Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова и Михаил, который забыл телефон. Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас обзор распаковки третьего заказа из 16-го каталога компании Oriflame, из того самого, который всего 2 недели, и уже 27 числа в субботу он заканчивается, будет идти до позднего вечера, в 21 час по Москве каталог будет закрыт, и вы еще можете успеть что-то заказать. Но у меня много в заказе из распродажи, здесь более 170 баллов и целая коробка, я даже не буду ее высыпать, я вам просто покажу, что здесь 30 кусков мыла и 11 кремов для рук. Кремов, правильно говорю? Вот такой крем для рук, он был в распродаже по 55 рублей, и я взяла их побольше, чтобы у меня был запас подарков, чтобы я могла и клиентам подарить, и кому-то комплимент сделать. Например, я вчера ходила на массаж, взяла с собой каталог и маленькое смягчающее средство с ароматом граната. Мне очень понравилась девочка, которая мне делала массаж, и я ей подарила смягчающее средство, объяснила, зачем оно, и она меня спрашивает: а каталог есть? Я говорю: ну, для вас я найду каталог. То есть мы можем, вот используя такие маленькие комплименты благодарности, находить новых клиентов или партнеров в команду. Имейте в виду, и когда компания устраивает такие мега распродажи, конечно, нужно брать. У меня здесь 30 кусочков мыла, кстати, 15 штук уйдут в одни руки сразу. Это мыло Камчатка, у меня подруга его просто обожает и заказывает всегда очень много, то есть это прям вот такой крутой заказ. И здесь у меня так набор для мужчин, и он идет тоже по акции. Если брать два продукта, то получается выгоднее. У меня клиентка заказала шампунь для волос и тела, серия North for Men, дезодорант и мыло, но по акции у нас получается два продукта должно быть, чтобы была максимальная скидка. И я просто для себя, для Михаила, заказала такой кусочек белого мыла, он, кстати, сейчас умывается, ему очень нравится, поэтому почему бы и вот пусть лежит, закончится, и у нас будет новый кусочек. То есть вот такой набор в подарок, а это нам. Далее у меня заказали жидкое мыло для рук и тела, серия Essence & Co, и здесь очень приятный и легкий цитрусовый аромат, забыла, как называется, и не могу прочитать. Ну, зеленый мандарин и что-то еще, и оранж блоссом, и цветы, наверное, апельсины, флёр д'оранж, вот, если перевести, флёр д'оранж. Так, далее у меня заказали два крема для рук, кстати, я брала уже крема, и у меня их сразу все разбирают. Вот эта серия, она очень классная, питательные крема, они такие вот прям сытенькие для рук. У кого кожа сухая, как у меня, например, мне в день хотя бы один раз надо вот таким жирным кремом, в основном на ночь я таким мажу, потому что иначе у меня вот просто вот руки все стягивает. Зубные щеточки тоже под заказ, в одни руки, 3 щеточки сразу. Вот кто попробовал щетки Oriflame, уже знают, какие они классные, и когда они идут по акции где-нибудь с распродажи, у меня вот клиенты сразу берут много, чтобы вот на всю семью, и сразу сделать такую вот классную замену. Серия Королевский бархат тоже под заказ, Royal Velvet, это крем для кожи век, он повышает упругость кожи. Здесь экстракт черного ириса, да, изофлавона черного ириса, они именно вот подтягивают кожу. И я, кстати, этот крем тестировала, я делала эксперимент целый месяц, я на один глаз наносила этот крем, на другой глаз крем Экологен, мой любимый. Вот, кстати, по ощущениям наносить Экологен приятнее, он легче, он скользит, этот более густой, то есть его прям вот надо вбивать, но эффект меня поразил, я не увидела разницы, что у меня что-то изменилось, стало, может быть, хуже с этим кремом. Нет, абсолютно напитанная классная кожа, я очень довольна, и по цене он, конечно, в 3 раза получается дешевле, чем крем Экологен. И два крема день и ночь, серия Королевский бархат, роскошная серия. И вот кто уже тоже брал хоть раз, периодически повторяют заказы, потому что серия действительно очень впечатляет своими результатами. Так, в заказе у меня тональная основа, это заказала тоже подруга, она раньше брала антивозрастную, кстати, ножичек, узнаете, раньше был по акции в Oriflame наборчик, такой нож, и для очистки картофеля
Вот такой вот. О, какой классный оттенок! Как раз она такая загорельненькая. Тональная основа. Раньше у нас была антивозрастная, а теперь с пребиотической сывороткой. И вот по качеству они близкие, и это даже мне больше нравится. Вот она просто как поцелуй для кожи. Она растекается идеально, подстраивается под тон кожи. Я не знаю, вот лицо просто молодое. Я когда пользуюсь этой тональной основой, то я удивляюсь, у меня лицо просто другое становится, сразу моложе, свежее. Ну, конечно, румянчики немножко нужно добавлять обязательно. Так, далее в заказе у меня для себя заказала морской кальций с витамином D, обалденный продукт, и взрослым женщинам уже просто необходим кальций, поэтому я каждый день жую по таблеточке. Я делаю перерывы, могу несколько каталогов пропустить, потом опять баночку открываю. То есть я не жую его каждый день просто вот без перерывов, нет. Ну, я слушаю свой организм, и вот по ощущениям, вот мне пришло просто надо, у меня что там коленка заболела, тут ну как-то суставы, думаю, так надо срочно проживать баночку. Так, это набор теней для бровей, шикарный набор, и я его взяла в распродаже, взяла для клиентов, то есть положу, у меня есть постоянные клиенты, которые его периодически заказывают. Продукт, конечно, долгоиграющий, у меня он служит более года, это точно. Вот, кстати, сегодня делала бровки как раз им. Мне нравится то, что здесь два оттенка теней и воск закрепляющий, а внизу в поддоне, могу вам даже показать, лежат кисточки для того, чтобы использовать тени, одна, а вторая для воска. Это очень удобно. Набор, конечно, бесподобный. Вот такой вот маленький красавчик, у него есть зеркало внутри, зеркало, два оттенка теней, как я говорила, и воск. А внизу вот так, если мы выдвигаем, то здесь две кисточки, то есть они спрятаны вот как ящичек такой выдвижной. Потрясающий наборчик тоже, он прям в любимчиках у всех, кто попробует один раз, потом говорят, с ним брови идеальные получаются. Мне, конечно, очень нравится еще помада для бровей в Oriflame, но это разные продукты, и вот действительно как будто вот как не то что надоедает, но хочется то одним, то другим. Я бывает карандашом несколько дней делаю брови, потом мне хочется вот к этой палетке вернуться, потом я помадкой начинаю делать брови. Ну, то есть у девушек вот так вот все, да, мы не можем одной помадой всю жизнь пользоваться. Ну, это редкость, когда у девушки одна помада или вот прям один продукт и все, и навсегда. В основном мы, конечно, любим экспериментировать. Так, подруга у меня заказала уже второй раз вот эту палетку. Слушайте, она, конечно, просто волшебная. У меня была такая палетка, она у меня практически закончилась, остался только контуринг, и просто обязательно как-нибудь повторю, но сейчас у меня набор, в котором все есть, и пудра, и румяна, и хайлайтер, и контуринг, все на свете. Ой, как ее открыть-то? А, все. Ой, посмотрите, а какое здесь зеркало. И просто невероятное по цветам и по качеству, это настолько классно. А на обратной стороне есть подсказка, куда и что наносить. Слушайте, это тоже удобно, надо смотришь так и думаешь, так, это куда, это зачем, это как бы чего-то не забыть. По крайней мере, когда я только начинала вот делать макияж такой вот уже сложный, там чтобы вывести скулы, там скрыть, там подчеркнуть, да, и так далее, то мне эта подсказка была очень нужна. Вот прям вот, кстати, я к ней частенько обращалась, поэтому, конечно, волшебный продукт, и он у нас идет в распродаже. Когда вы переходите из корзины в раздел акции, то там как раз вы увидите некоторые продукты, которые я сейчас показываю, и вероятно, они еще есть, и вы успеете их заказать. Как, например, вот эти два спонжа. Один тоже заказала подруга, один я себе обновить хочу, новый спонж. У меня старенький какой-то уже стал, страшненький. Кстати, какой-то интересный спонж. Сразу свой открываю. А, как я люблю все новое. Ой, у него такая форма классная, посмотрите. Во-первых, он маленький, такой интересный, очень удобно. Кстати, вот нижняя часть розовая, как же кажется, помягче, чем ярко-розовая верхняя часть, вот эта заостренная. То есть этой частью можно проходить там в уголочках глаз, под глазками растягивать консилер, или вот крылья носа проходить, а вот это вот ту-ту-ту-ту-ту, или размазывать можно сначала, а потом вбивать. То есть, ну, вообще какой-то классненький такой небольшой аккуратный спонж. Так, а это подруги в заказе еще одно смягчающее средство.
Кстати, девчонки мне написали, что в 18-м каталоге будет смягчающее средство с клубникой. Боже, я теперь спать не могу. Я так мечтала именно о том, чтобы был клубничный аромат. И я теперь рада, жду 18-й каталог. А здесь у нас клюква. Так, еще в заказе помада. Кстати, вот обычно, да, заказывают те помады, которыми мы сами и пользуемся, или которые мы очень любим и рекламируем. Поэтому здесь у меня в заказе помада с эффектом металлик. Вот я порекомендовала подруге, она не любит яркие оттенки, то есть он такой нюдовый, красивый тон, он будет мерцать очень красиво и при этом увлажнять губы. Код 37715. Вот тоже в этом каталоге помады идут по выгодной цене, классная такая акция. Так, и еще здесь у меня тушь 5 в 1 XXL, кстати, она уже закончилась на складе, насколько я знаю, и карандаш для контура губ такой в темном оттенке. У меня тоже заказала клиентка под помаду Giordani, она увидела у меня помаду вот эту матовую насыщенную и тоже ее взяла и заказала к ней карандаш, вообще очень классный карандаш. Кстати, вот про тушь 5 в 1 хочу вот просто ей петь дифирамбы, потому что мне она очень нравится, как она классно прокрашивает реснички, укладывает их веером. Редкая тушь может справиться с непослушными ресницами, если ресницы разной длины, как у меня есть, покороче, подлиннее, они такие вот, ну, капризные очень. И вот эта тушь, она просто вот моя любовь, очень мне нравится. И к этой туши идет акция, там туши еще какие и помады, наверное, как раз вошли в эту акцию. При заказе на 500 рублей из каталога с определенных страничек вкладывают в подарок вот такой пакетик. Ну, пакетики могут быть разные, вот мне прислали такой с колокольчиками, очень удобный миленький пакетик, который, конечно же, мне пригодится. Сейчас Новый год, нужно будет упаковывать подарки, баловать клиентов, и это очень приятно, когда упаковка красивая. И еще у меня в заказе вот такой продукт, это топ лак новинка, он будет в каталоге номер 17. Мне его прислали на обзор как официальному обозревателю, и вы знаете, мне даже сон снился сегодня, как я им красила ногти, представляете? То есть я его так ждала, в первом заказе его не было, в первую поставку, вторую не было, и потом он появился, и я сразу заказала. Это, конечно, классно к праздникам, к Новому году, такие вот блестяшки на ногтях я очень люблю. Им можно пользоваться будет как отдельно без лака, просто вот нанести на ногти и будет все так переливаться, а можно на любой лак, можно просто будет кончики покрыть этими блестками. Я, кстати, маникюр никак не сделаю, все в бегах, некогда, вот теперь сделаю, запишем видео, прям покажу, как можно классно накрасить ноготочки. Поэтому ждите новых роликов, и чтобы их не пропустить, нажимайте на колокольчик здесь, да, внизу слева будет колокольчик, и вам будут приходить оповещения, что у Лили вышло новое видео, и вы сможете его посмотреть, чтобы не пропустить. Если видео понравилось и полезное, ставьте лайк, и до новых встреч, классного вам закрытия каталога и открытия нового уже 17-го. Пока-пока.